Тактика во многом определяется манерой игры соперника. Основное оружие игрока атакующего стиля – хорошо поставленный топ-спин. Именно такую тактику выбрал Габор Гергий, встречаясь с игроком оборонительного плана Солоповым. Солопов обладает, затрудняя ему игру, Гергий все время изменяет характер топ-спина. Это то высокие по траектории с сильным вращением, то низкие, короткие в среднюю зону. Топ-спины чередуются с укороткой мяча. Все это является подготовкой к топ-спину с сильным боковым вращением или завершающему удару.